Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Вы спрашивали, где видосики? Вот, ребята, сегодня один из видосиков. Так, жнец. Так, погоди секунду. По-моему, жнец у нас не прокачан, но там оставалось вроде бы немножечко. Хо-хо-хо. Друзья мои, действительно немножечко, поэтому это испытание мы проходить будем. Угу. Возьмем этого партизана. Я возьму, наверное, ведьму. Хм. Интересно. Еще двух, да, надо взять. Вот этих, наверное, возьмем. А замок будет у меня, наверное, с фаерболом. Я думаю, что... Блин, ну если ребята, он вызовет друидку. Если он будет успевать ее вызывать, то... Хо-хоу. Мне не сладко придется. Мне придется здесь не сладко. Так что давай попробуем. Может быть, ведьму тоже вызвать нам? В первую очередь, а? Поздняк, блин. И давай так сделаем, блин. Так, родной, давай, жги. Красавчик. Отражение делает. Не помогло. Да на тебе, блин, там стоят, они пыхтят, не понимаешь ли. Есть. Ай, друзья. И если честно, я не думал, что так будет легко. Я думал, мы здесь поборемся, как бы до усеру, но нет. 23 карточки на жнеца. Я считаю, это неплохая прибавка к тому, что нам не очень-то много, в принципе, и надо. Там, по-моему, если не ошибаюсь, 118 вроде бы как нужно было этих. 118 карточек нам нужно для того, чтобы прокачать жнеца на фулку. То есть нам останется после прохождения вот этого события меньше сотки. То есть неплохой показатель. Если еще таких впереди будет парочку событий. Так, он опять же сейчас вызовет, да? Он же не будет, ребята, изменять себе. Нет, конечно. Он себе изменять не будет. Но! Давай, служитель. Молодец. Просто кайфово ты сделал. Отражение, конечно, это бесевая штука. Стоит, смотри, стоит, лыбится. Стоит, лыбится. Так, а что я смеюсь-то, блин? Мы еще не... Хотя служитель тьмы. Ну что за лаги еще, ёп. С какого перепуга ты лагаешь-то? Господи, а? Скажи-ка мне на милость. Вот объясни мне, пожалуйста. Нам твои лаги не нужны. Так, ребят, еще 13 карточек. Там 23, плюс еще тут 13. То есть прилично, да, получаем. И последний у нас поединок. Слушай, что у нас замок делает, ты не помнишь? Вот этот вот замок. Я вот что-то подзапамятовал. Что делает этот несчастный замок? Но он не отражение, ребят. Отражение делает другой замок. Рыцарский замок. А этот, не помню, что делает. Прикинь, блин, вообще из головы вылетело. Что делает этот некрополь? Слушай, а если я, например, попробую сейчас на ведьму накопить? Успеем, как думаешь? Идет медленно, ребята. Но... Пипец, ребята. А, тут же замок, неважно. Вот я уже... Что-то немножко испугался. Тут же не важно, сколько мы получим урона, тут главное победить. И отсюда он там уже взмахивает своим мечом, копьем своим. Просто в хлам. Горит. Горит их замок возмущенный. Ну, а мы с тобой получаем последние 9 карточек. И, ребята, давай посмотрим, сколько нам еще понадобится. Да какая обработка? Все, завязывай со своим
со своими обработками. Чего? Мы закончили, ребята, и сразу же следующее испытание, прикинь, дают. Ну, король нам не нужен, король у нас прокачан полностью. Так что давай вот я зайду на тренировку, заберу наше там войско и опять же его отправлю прокачиваться. Так, в магазине бесплатно. Берем копеечек с тобой. И с арены мы забираем 15 стражей. Плюс... О, ребята, 20 санты, это хорошо. О, слушай, 18... Вучонг или как его? Вучонг? Как его звать-то? Не-не-не, не этот отряд. Не этот отряд мне, у меня пойдет на разборки, а пойдет... Или этот? Пойдем этим. Пойдем этим. Так, ну что, фехтовальщик, наверное, пойдет первым? Или как сделаем? По-быстренькому? Успеет он? Ай, ребята. Самая быстрая битва, которую только можно было придумать. Ну что, друзья мои, мы отправляемся с вами на поединки. Мы остановились на территории роботов. БФГшка. Ребята, здесь БФГшка. Давай попробую этим отрядом. А лишь почему, ребят? То, что здесь у нас щитобот есть. И есть паладин. БФГшка не сможет, даже если будет свою ульту клепать, она не сможет так быстро их разобрать. Вот только лишь из этого я... Как говорится, основополагаюсь на наш отряд. Тем более он выпускает бомберы. А я, наверное, успею, да? Как думаешь, успею я или нет? Ё-моё. Давай, давай, родная моя. Да не надо там это делать. Ну что ты? Успели вроде бы, да? Не получили повреждения? Нет, все нормально. Все очень даже... великолепно. Смотри, смотри, он едет и глушит всех. Просто станет. Я что-то не понял. Нифига, ребята, у меня каким-то чудом... Ну, было чудо, конечно. Что баллиста выдержала один удар этого БФГшки. Еще пыхтит там, пыхтит, но тут сам понимаешь, тут же бесполезно пыхтеть. Когда друидка здесь выставляет свои тотемы, там хоть ты уже запыхтись. Это просто разносит все. Вот об этом, ребятушки, я и говорю. Она разносит все. Стоит ей только появиться на поле боя. Че, постоянно какая-то обработка идет, я не пойму. Обработка, обработка. Чего ты там обрабатываешь-то, ёк-макарёк? Там обрабатывать нечего. Он все обрабатывает мне. Так, ну что у нас тут? У нас тут... Так, ну щитобот это... О, вот это вот не надо. Палыч, палыч, палыч. Давай. Ать, наказал. Молодец. Так, и сразу же, друзья мои, вызываем садника на жарве, чтобы он... Ой, там хилбот идет. Ну что, будем притягивать, наверное, да? Вот таким вот образом. Ай-яй-яй, зря я Потому что это сейчас пилу 100% выпустит, не? Это уже без щита идет. Щит где-то потерял, непонятно где. Не нравится мне вот это вот БФГ. Блин, она отскакивает и... Нет, все-таки молодец. Баллиста. Была баллиста. Дотянулся он. Так, давай всех сюда. Само собой, к ногтю их всех, друзья. Это даже не... Блин, как он хилеет, а? Как он хилеет, здоровски. Ну давай, баллисту еще раз. Баллиста, бомбани, поэтому. Есть.
Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Вот тебе и все, буль-буль-буль-буль. До свидания. Хорош, смотрите, 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 какой расколбас идет. Ну просто по красоте. Просто, друзья мои, по красоте. Сколько у нас вообще денег? Лям 264 тысячи. Угу. Последний, друзья, бой. Я даже этого охламона не боюсь, наверное. Наверное. А ты помнишь, когда был такой напряженный момент? Когда этот хлыщ дошел до, нас, до нашего замка и активировался. И когда он мне подгорел, я думал, сейчас взорвется. Потом там отсчет. Но мы как-то его успели... А, мы успели не его уничтожить, мы успели замок его забомбить. А он там уже отсчет вел вовсю. Так, ну я, наверное, друидку позову сейчас в первую-то очередь. Но ты знаешь, что друидочку, нашу радость, нужно прикрывать. А там идут БФГшка, да? А мы вот так вот их. Прям на эти тотемы. Прям на эти тотемы, которые... Вот красный тотем наносит, ребята, урон противникам. Но... За свое, а? Он достал... Он, ребята, от этого красного тотема просто сдох. Оу! А че... Подожди, 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 подожди. А че так быстро-то? Ребята, у меня дамагера нету. Эй! Вот этого не надо позволять, ребят, чтобы он успевал отхилять. Ёк-макарюк, заморозка! Да ну нафиг, хорош! Друидка такая на попятную идет, станет его как может, ребята. Ты посмотри, а. Фью. Жестко. Я не ожидал, что, ребята, он так быстро выйдет. Я вообще думал, что он не выйдет. Прикинь, две друидки вызвали. Ну и все. До свидания. Обалдеть, он просто шел нахрапом. И видел, как он живучий? Его бомбишь. У него такое ощущение, что ему пофиг на все абсолютно. Опять обработка. Сундук робота. По-моему, это все прокачано, друзья мои. О! Ай, красота, друзья мои. Сунь-укун. А я его Вочонг назвал, да? Конечно же, Сунь-укун. Мы с тобой перелетаем в следующий портал, друзья мои. И тут у нас территория нежити, плюс территория, так, нефритовая долина. Долина подданных, территория захватчиков и, опять же, нефритовая долина. То есть здесь повторяются две долины нефритовых. Окей, я вас понял. Я вас, ребятушки, очень хорошо понял. Значит так, что здесь у нас? Зомби. Банши, да? И голем. Блин, какая же ты стервоза, а, бесявая. Да-да-да-да-да, именно вот своими криками паршивыми. Смотри, что творит, а. Эй! Так, друзья, что за фигня? Вот тут так-то совсем другой разговор будет. Тут банши две вызвала мне. Никаких банш. Робот бедный мой осел. Так, банша там докричалась. Голем тут достоялся, довонялся. И дальше у нас, ребята, идет тотальное уничтожение вражеского замка. Дай карточку. Карточки на банше тут, кстати, очень хорошо падают. О, ускоряшка добьет. Прекрасно. Это называется, друзья мои, прекрасный результат наших, как говорится, стараний. Да что ты там все обрабатываешь-то, игра? Через каждый поединок какие-то обработки. Ой. Так. Прыгун. А что мы будем делать с прыгуном? А что мы будем делать с прыгуном, друзья мои? Мне что-то как-то не совсем
нравится. Он же сейчас именно его будет выпускать, насколько я помню. Нет, он выпустил голема. Что-то здесь неладное, ребята. Так, баллисту эту некро. Так, запинали мы. Что-то мне подсказывает. Вот, 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 друзья мои, вышел. Побежал. Ай, побежал, называется, засранец. И получил свое, так ему и надо. Так, ну мы не расслабляемся. Не расслабляемся, друзья. Это нам повезло, что он сейчас без истерики перепрыгнул. Мой бы щитобот бы не выстоял против него. Это я тебе гарантию даю, он бы не выстоял. Ага, опять прыгнул, испугался. Истерия. Мы с тобой получили достижение, квест завершили. Но, тем не менее, выиграли. С прыгуном, конечно, шуточки, друзья мои, такие себе квесты выполнил. Давай заберем. Угу. 4 самоцвета. Так, я знаю, что хотел? Я хотел посмотреть, все ли у меня прокачаны на сотку. Ребят, надо пока есть финансы прокачивать. Пока есть финансы, надо прокачивать. Так. Сотый, сотый, сотый. Ну давай этого, наверное, качнем до соточки. Есть такое дело. Давай вот этого, наверное, смотрителя. По-моему, денег не хватит, ребят. Тут деньги копишь, 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 копишь. Они очень быстро, ребят, тратятся. Практически моментально. И у меня на этом отряде кончилась энергия. Тьфу, что-то мне так, ребят, в жар бросило. Ёк, макарёк, от кофе, что ли? Так, ну что, здесь первый кандидат. Это, естественно, будет у нас голем. Потом, потом что? Голем на голем. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай лучше БФГ тогда, наверное. Ага. Е! Это кто там хрюкнул что-то? Ты слышал? И все. Все, что он успел крикнуть. И до свидания. Молодец, БФГ. Вот сейчас было красиво от БФГшки, ребята. Удар. Плюс она отскакивает, бьет лучом. Вообще шикарно получилось. Дед вышел, тут все. Молитесь. Это кара на вас. На тебе. Просто делай отбивную. На еще. Я еще корни здесь, чтобы они помедленнее ходили. И все, ребят. И сразу никого нету. Ни души, ребят. Никто не выходит. Правильно, дед у ворот. Выйди там. Своим носом повозюкай там. Сразу же тебе этот нос прищемит наш старый дедушка-вояка. Ребят, опять прыгун. Опять здесь прыгун будет. Я хотел сказать, что голем может справиться с прыгуном, но, ребята, это будет вранье. Если в истерике выпрыгнет прыгун, голем не поможет. Это я тебе гарантирую. Но нам повезло. Нам, ребят, крупно повезло. Сейчас же опять прыгун пойдет, да? Разве нет? Деда вызови. Давай деда позовем, фиг с ним.
Смотри, смотри, смотри. Ребята, он глюканул. Я не знаю, с чем это было связано. Он прыгнул и в корнях то ли запутался, то ли еще в чем-то. Он не мог двинуться, ничего сделать. Это очень удивительно. Почему так произошло? Ну, вот так вот произошло. У меня нет, ребята, этому какое-то там, я не знаю, описание вот происходящего, почему он прыгнул. Причем я видел, что он прыгнул в истерике, раз он такой заполыхал там весь. Но это ему не помогло. Это не помогло ему вообще никак. Давай-ка я возьму, наверное, здесь топовый отряд, потому что с дедом шутки плохи. Дед, когда бомбит по земле своим вот этим вот молотом гигантским, я так понимаю, это череп с позвоночником какого-то странного существа, какого-то великана, возможно, такого же, как и он сам. Вот. Там шутки плохи, друзья. Там просто шутки плохи. Ну, Ронин, ну твою же налево. Ну я рассчитывал на тебя, думал, что ты сейчас выпрыгнешь, выбежишь. Полетят клочки по закоулочкам, но нифига не полетело. Ну, Ронин еще и даже выжил. И опять 25. Может, хорош уже тут, а? Взял, блин, смотрю, моду. Ронин, ты хоть рад? О, выбежал. Красавчик. Друзья мои, узнаете? Узнаете этот звук? Как в Терминаторе. Машина завелась, ядрен матрен. Молодцы. Мои, друзья мои, так скажем, летучки просто его добили. Шваркнули его. Кинули его. Бросок через бедро сделали. Старичку-то. А, кстати, а старик у нас бьет в воздушной цели? Он, по-моему, ребята, бьет все. Все, что ему попадается под руку. По-моему, бьет. О, ядрен матрен. Это же те самые, тот самый отряд, ребята. Тигр. А потом там еще появится кто? Правильно. Появится еще и Ронин. Это, я считаю, ребята, один из самых топовых. Я не знаю, почему у него тигр такой. Ой. Почему у него такой здесь топовый тигр? Я не могу, ребята, вам сказать ничего. Потому что мой тигр не такой топовый. Мой тигр сусленок по сравнению с ним. Давай я вызову голема. Вот он. Понятное дело, он, ребята, рвет с полтыка. Может быть, корни нам хоть как-то помогут. Хоть как-то помогут. Тут, сам понимаешь, самое опасное, ребята, это что? Это душа. Когда тигр умирает, он выпускает свой вот этот дух. И он проносится через все поле, снося все на своем пути. Таких, как молотильщик, БФГшка, служитель тьмы, сдувается просто напрочь. Выживает только лишь голем. Да и то ненадолго, потому что если тигр до него доползет, он его с двух ударов, ребята, уничтожает. Потому что я когда брал тигра, когда он у меня был, мне показалось, он такой ватник. Кстати, можно его взять, вот даже в этот отряд, вместо, знаешь, кого? Вместо БФГшки. Нет, ребят, вместо БФГшки не пойдет. Знаешь, почему не пойдет? Потому что мы тогда решимся с тобой вообще какой-либо дальней атаки. Вообще, у нас нету дальней атаки здесь. Вот БФГшка, она более-менее еще как бы, ну, бомбит. Скажем так. А все остальное... Нет. Я даже очень удивлен, ребята, что здесь мы так быстро разбираемся с этими отрядами. Но это до поры до времени. По-моему, с третьего раунда начинается Ронин. А? Я тебе о чем говорил? Вот он. Воплоти. Ронин, воплоти. Ну что, ползун, насколько я помню, ребята, ползун сейчас должен справляться с Ронином. Да. А раньше он его не добивал, друзья мои. Я надеюсь, вы помните, по какой причине, да, ему не хватало мощей. Он был у нас не прокачанным еще в то время.
А сейчас, в данный момент, все очень даже великолепно. Клетку, клетку, клетку. Что там за замес-то происходит, я не пойму. Ты видел? Тигр только рванул, и в этот момент замок уничтожается, и все, его душа даже не полетела. Его душа не успела, ребята, полететь. Она не успела покинуть эту грешную землю, и поэтому он остался проклятым на земле. Вот так вот, учтите. Я не помню, ребят, что это крипта делает. Вот серьезно, что за замок делает? А-а-а, он все, все вспомнил. Как я мог забыть про супер удар-то? Непростительно, Рэйчик, непростительно. Где Ронин-то твой? Почему не вызываешь? Нет, он вызвал не Ронина, ребята, он вызвал тигра. Мне нужна клетка срочно, ребята. Нифига. Ты не оборзел ли? Ниндзя. Я думаю, что он там отдыхает? Он, ребята, подбитый, оказывается, у меня стоит. Зря, наверное, да, я уже понял, что зря. Погорячился я. С душами. Точнее, не с душами, а с ниндзями. Тыч. А говорят, что ульта не наносит урон замку. По-моему, ребята, это ульта наносит. Потому что клетка захватывает замок. А вот корни, которые мы с тобой вызываем, почему-то нет. Вот. Не наносит они урон. И у нас богиня солнца здесь. Ребята, а что это за чувачок? Можете мне объяснить что-то? Я не могу понять, кто это такой вообще. Кто это такой-то? Вот это вот. Слизень морпех, что ли, или кто это? Ну, у рыцарей, по-моему, нет слизней морпехов. Ну, не по-моему, у него точно нету слизней морпехов. Я так не понял, кто там. Эй! Давай, зомби. Молодец. Монетку отдай. Я ведьму хочу, конечно, ребят. Кого еще тут можно хотеть? Блин, ульту, что ли, придется бомбить? Ну, выйдет кто-нибудь? Я жду. Эти, пришлось потратить. Тигр. И богиня солнца сразу же, друзья мои. Смотри, что Ронин, ребята, Ронин пожертвовал собой. И уничтожил все-таки ее. Через отражение мы убиваем ниндзю. Дальше я со психу вызываю ведьму. Но мне кажется... Просто Ронин там шел всех, ребята, колмасил, кому не лень. Все проникающие, все, друзья. Хорошо мы тут подбили. Так, и получается, что этот этап у нас пройден, да? Да, пройден. Забираем с тобой наши награды. И тут у нас вот такое вот. Друзья мои, дали на подданных. Как по мне, я считаю, что... Ой! Зачем ты это сделал, Рэй? Ну нафиг ты взял-то... Зачем топовый отряд на слабаках использовать-то? Ну... Не знаю, ребят, что-то погорячился, если честно. Ну зачем это надо было делать? Так, этот, не дай бог, сейчас станет будет еще. Не успели они нифига тут застанет. У нас еще и отражение включилось. Вот, если честно, ребята, я считаю, что вот рыцарь-маг — это один из супер топовых бойцов. За счет того, что у нее мало того, что атака хорошая сам по себе, она бьет воздушные и наземные цели. Так, плюс у нее вот это вот отражение. То есть, да, по жизни она, ну, я имею в виду в плане ХП, она не такая... Как тебе сказать, стойкая. Она не может выдержать там очень много урона, но она может компенсировать это очень большим дамагом. Поэтому как бы я считаю, что это один из топовых бойцов.
Ронин, как мы знаем, он вообще, ребята, ватник. В ближнем бою он ватник. Но его урон, а особенно его истерика, она просто делает какие-то чудеса. Просто чудеса, ребята, делает. Можно сказать, даже чудеса на виражах. Тут спору нет. Ниндзя тоже, ребята, не очень сильный, как бы, юнит. Это все дамагеры. Это все дагер дамадж. То есть нанесение урона. Ни больше, ни меньше. Именно для этого персонажи и такие и нужны. А уж прикрывать их, естественно, дело танков. Слушай, заколебало уже после каждого уровня вот эта вот проверка какая-то. Я не понимаю, что он там обрабатывает. Что ты обрабатываешь? Картинку обрабатываешь или что? Что ты там? Такого раньше не было, никаких обработок не было. Сейчас какие-то обработки появились. Давай Джиггернаута, наверное, позовем. Сейчас, пока Джиггернаут будет тут крутить свою крученку, мы вызовем ниндзю. Ну, конечно, тут они, да, немножко дадут нам прикурить, так скажем. Давай, рыной. Опа, и нету лучника. Был пацан, и нет пацана. Я так вот сделаю уже. От нечего делать. Потому что тут явно победа уже за нами, ребят. И тут просто... Что он тут сейчас будет придумать? Что он тут может сделать? Ничего. И видишь, ниндзя такие довольные. Свои сюрикенчики. Хоп, хоп. Подкидывает. Ты достал ты со своей обработкой. Так, ребят, у нас... О, вот здесь есть... Блин, горелый. Бродяга. Ну что тебе сказать про бродягу? Бродяга сам по себе, именно в плане ХП, он, наверное, один из самых ватных. Один из самых ватных. Но по урону, именно по таким слабым, как... Ну, насчет молотильщика-то я не знаю. Но вот БФГшку он, наверное, порвал бы на изи. Если бы, конечно, успел бы до нее добраться. Угу. Опять бежит бродяга. Поэтому здесь я специально, ребята, големчика. Да, видел, что он вот вытворяет? Слушай, а раньше же корни не останавливали противников. Раньше они получали просто урон. Они проходили, но получали урон. Смотри. Странно, сейчас что-то с корнями, ребята, сделали. Им поменяли баланс на корнях. Не было такого, чтобы... Ой. Нормально. Не было такого, чтобы они в кустах в этих стояли и не могли двигаться. Только еще раз проверим. А сейчас они просто стоят. Они просто, эти корни, им не дают даже двинуться. Но это топ. То есть они могут драться, но двигаться они не могут. Так ведь? Это получается действительно топ. Это что-то получается типа клетки. Клетка тоже, ребята, если схватила противника, то она не отпустит. Но клетку можно разрушить и освободить своих, как говорится, пленников. Против кустов ты ничего не поможешь. Единственное, что если хил у тебя будет где-то стоять там и хилять, тогда да. Тогда они еще, так сказать, поживут маленько. Так, что у нас там дальше? Блин, ребята, у нас всего лишь две энергии осталось, и это на топовом отряде. И это на топовом отряде. Ну что ж, я не против. Так, тут бродяга есть или нет? По-моему, есть. Видишь, как они делают хитро. По два. Ведь специально так сделано. Чтобы пока я, например, бомбил этого мечника, лучник сзади... Нет, ну тут не прокатывает. Хотя он поджег мне. Переделаем вот так вот. Вот они вдвоем. Два бравых солдатика идут. Смотри, они вдвоем просто, ребята.
просто выносит. Там такая мощь, там такая дурь, друзья мои. А вот и сундук. Ну, насколько помню, у подданных у нас, по-моему, ребята, абсолютно все прокачано, так что... Пойдем. Пойдем поболтаем с нежитью. По душам. Какая нежить? Это не нежить. Это у нас захватчик. Вот это да. Вот это, вот это, ребята, подстава. Прикинь. Вот это тебе хана, парень. Никому здесь не хана, прикинь. Да ты заколебался своими этими утырками-то. В общем, друзья мои, я сфейлил этот этап. Да. Чё-то я как-то... Да ты заколебал, ну серьезно уже, а? Я вообще ничего не могу сделать. Он чумуха там заплевывает потихонечку. Но все равно, ребята, я проиграл. Так, выиграл по факту, но по этим я проиграл. Потому что он просто своими, ребята, ползунами меня одолел. Вот спрашивается, топовый отряд. А ведь проиграли. Давай теперь, скажем так, обменяемся любезностями. Как думаешь? Ау. Да твою-то, блин. Он мне не даст, да? Все, иди гуляй. Клетку. Ну что, выкусил? Вот там ты и подохнешь в этой клетке. Засранец. Все, ребята, дальше нам не страшно ничего. Вот так вот. Не помог ему здесь ползун, но изначально он, конечно, один за другим просто их выпускает, и я ничего не мог сделать. А с этим отрядом, конечно, мы тоже контрили и за одну энергию успевали накопить, и все. А только благодаря этому. Так, ребят, ну что, у нас походу все, да? Нет, не все, еще энергия накопилась, ребята. О, тут щитобот, наше, как говорится, спасение против этого несчастного ползуна. И баллисту? Ой, совсем забыл же. Ну да, этот-то, блин. Да ну тут успокойся ты. Готов. Бедный Палыч получил. Ну давай, родные мои, ушатаем этих ползунков. Да, им хана, ребят, все. О, хорошо-то как. Просто замечательно. Ну вот, вот, вот как надо играть, друзья мои. Никаких поддавков, да? Все по чесночку. Ну что, друзья мои, как славненько поиграли. На этом, пожалуй, будем сегодня закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.